Гилийская. Я первая Г, все последующие И. Юлия Юрьевна, ведущий зоолог отдела хищные млекопитающие. Ну и давайте я, да, действительно расскажу вам. У нас содержится лесная куница. Это уже довольно старое животное, ей 19 лет. И, соответственно, в чем особенность, ну, конкретно ее вольера? Это животное, которое обитает в лесах, соответственно, они очень любят хвойники, и поэтому мы постарались обустроить ее вольер в соответствии с природными потребностями. Мы поставили несколько живых елей и повесили сосновые ветки, что создает такой эффект, ну, небольшой лесистости. Также, в отличие от других представителей куниц, именно лесная куница очень активно использует деревья, поэтому у нее очень много вертикальных и горизонтальных стволов, по которым можно лазать. Соответственно, если, ну, животное более возрастное, мы помогаем ей, ну, передвигаться с большим комфортом, и, соответственно, есть такая широкая лесенка, по которой можно спокойно выйти и пройтись. В общем, мы учитываем абсолютно все факторы, чтобы животному у нас было хорошо. Да, вот это все поставили.